Ребята, всем привет. Ну вот мы, короче, я наконец-то добрался до деревни Савока, или не знаю, как правильно ударение ставить. Сейчас вот в этой деревне снимали отрывок из фильма знаменитого «Крестный отец». Вот, также мы посетим другую деревню, Форза, там какая-то Форза де Арма, сейчас мы идем смотреть церковь, и потом непосредственно само место, где снимался фильм. Создатели фильма взяли за основу реальную историю. Город Корлеоне находился в окрестностях Палермо и действительно был рассадником преступности. Однако город не такой живописный, поэтому «Крестного отца» снимали в Саваке. Любопытно, что предки Аль Пачино были родом из города Корлеоне. Вот этот бар Вителли в Саваке – одна из главных кинодекораций в фильме «Крестный отец». На его террасе Майкл Корлеоне просил руку дочери хозяина, красавицы Аполлонии. Porto vino. Vino, porta una bottiglia di vino e una poca bicchiere. Sono dame, signore. Хорошо поохотились? Ты знаешь всех девушек здесь? Мы видели таких красавиц. Одна из них поразила нашего друга словно молния. Она бы покорила даже самого дьявола. Просто идеально. Она замечательна. Такие волосы, такие губы. Девушки здесь красивые, но и искусные. На этой было фиолетовое платье и фиолетовая ленточка в волосах. Больше гречанка, чем итальянка. Ты ее знаешь? Такой девушки в этом городе нет. Чего это он? Что случилось? Уходим. Это его дочь. Позови его. Позови. Фабрицио, ты будешь переводить. Я приношу извинения, если вас оскорбил. Я в этой стране недавно. Я не хотел обидеть вас или вашу дочь. Я американец, скрывающийся на Сицилии. Меня зовут Майкл Корлеоне. Есть люди, которые много заплатят за эту информацию. Но тогда ваша дочь потеряет отца. Вместо того, чтобы приобрести мужа. Я хочу познакомиться с вашей дочерью, с вашего разрешения и под наблюдением вашей семьи. При всем уважении. Этот бар превратился, по сути, в музей крестного отца. Здесь вот вы видите повсюду фотографии со съемок, кадры из фильмов, афиши, фамильное древо клана Корлеоне. Бар функционирует и по прямому назначению по сей день. Там можно и поесть, и выпить граппы.
меня трудовая. Замечательно. В Москве прекрасная обстановка. Папа. Это моя мама. Познакомься. Приходи ко мне домой в воскресенье. Меня зовут Вителли. Спасибо. А как зовут вашу дочь? Аполлония. Вот отсюда вот и выходила свадебная процессия из этих ворот. Гремела музыка, все были пьяные и счастливые. А сегодня оттуда мы выходим мы. Но мы не пьяные, а счастливые. Как и Савака, Форса де Агре запечатлена в киношедевре Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец». Поселение расположено на высоте 420 метров над уровнем моря, что делает его естественной панорамной площадкой, откуда открываются виды на побережье Мессины и Сиракузы, Таормину и Этном. Расположенный в деревеньке в кафедральный собор Благовещения и Успения Богородицы – знаком многим по первым кадрам второго фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец». Те, кто прячет мальчишку, Вито Андолини, выдайте его нам. Дон Чичо вас за это отблагодарит. Так будет лучше для мальчика и для вас. Те, кто прячет мальчика, Вито Андолини, об этом пожалеют. И напоследок. Последняя сцена третьего фильма «Крестный отец», где прошлое настигает Майкла Корлеоне, снимались в театре Массимо, который находится в Палермо. Большое спасибо. Дэд, папа, почему ты так со мной поступил? Идите, идите отсюда. Зачем? Ты не должен был так поступать со мной. Как поступать? Ты о чем? Мэри, иди к нам, Мэри. Держи его! Вот он, держи его! Держи его! Thank you.
Бродя по тихим улочкам Саваки, я пробовал найти живых свидетелей съемок легендарного фильма. Но, увы, они безмолвно хранили тайны давно ушедших лет. А, Милано? А. Я все ищу, кто смотрел, кто этот фильм снимал. Ну, таких уже не осталось, да? А скажи, таких не осталось уже вообще? Кто здесь жил в то время? Он здесь отдыхает. Он приехал здесь, снял домик. А-а-а. Не знает, он не местный. Я? Окей, грация, сеньора. Чао. Ну, так, не могу все... Русия. Да, Русия. Так, да. Браво. Браво, да. Не на саруки. Но по сарам. Чао. Наш автобус. Да, все никак не найти, не найдем. Я сегодня уже 5 человек спросил. А я думаю, вот этот автобус. Не можем ни одного жителя, который именно вот здесь жил во время съемок. Потому что фильм снимался в 72-м году. В 1972 году. Ну, вот этот человек, он сюда сейчас на отдых приехал. Еще один итальянец. Он здесь жил, но он как бы приехал позже.